Виталь, просыпайся. У нас есть работа. Чё? Какая работа? Я вообще-то сам себе работник. Да какая работа? Он вернулся. Руф! Руф вернулся! Чего? Кто вернулся? Руф! Он всё узнает. Он всё узнает. 2017 год, друзья. И если бы в 2012 году, а именно 5 лет назад, если бы вы купили биткоин, биткоин — это криптовалюта, напоминаю, сейчас, возможно, вы бы носили такую же прекрасную цепь, как у меня, с белым золотом и бриллиантами. Мои ожидания по цене биткоина в 2022 году, а это мои личные предположения, я ожидаю, что он будет стоить в районе 50 тысяч долларов. Но вообще этот график, по идее, бесконечен, ведь у нас есть такая штука, как халвинг. Всем привет, друзья! И вы находитесь на канале «Простые будни», и с вами снова Руф. Надеюсь, долгожданный выпуск. Я прошу прощения и извиняюсь перед своими замечательными, классными, наикрутейшими подписчиками за то, что я так надолго пропал. У меня были дела, их нужно было завершить, я их завершил, а это значит, что мы для вас приготовили очень много интересненького. Я времени зря не терял, поэтому запасаемся чем-нибудь вкусненьким: попкорн, пельмешечки или что вы там любите, налейте себе вкусный кокос смузи и поехали. Вы на канале «Простые будни». Сегодня будет невероятно интересно. Погнали! В общем, да, вы все верно поняли. Это второй сезон YouTube канала «Простые будни». За прошлый год мы успели классно пошуметь с блогерами. Схватили штраф в 2,5 миллиона рублей за гонки. Посидели в тюрьме, ну и с трансом интервью записали. Короче, ладно, второй сезон обещает быть в конец ебанутым. Его величество Руф — максималист во всем, и цель на этот год — получить миллион подписчиков на канал. Не знаю, ебанутся они там в конец в своих дубаях или нет, но на кону жизни благополучие Рыжего. А это значит, что всем а кому, собственно, не похуй на жизнь Рыжего? В общем, это канал «Простые будни». Погнали! Я думаю, многим интересно, особенно внимательным зрителю этого канала, интересно, в каком состоянии сейчас находится ресторан под названием «Алова». Скажу, что сейчас, по состоянию на середину февраля 2024 года, ресторан все еще не открыт. Я делал пробное открытие, я приглашал туда очень известных бренд-шеф-поваров, например, у меня был бренд-шеф-повар Versace. На самом деле было очень много толковых людей, которые разбираются в еде, они пришли, покушали, все им понравилось. Мы получили огромную стопку отзывов от этих людей, и в целом, проанализировав их, 95%, по моим личным ощущениям, это просто великолепно, класс. Ну и 5% людей что-то там говорили, ну, в негативном конкретном ключе мы не получили отзывов. Но в целом, нареканий по вкусу еды, по дизайну вот вообще самого ресторана, да, по цветовой гамме, наполнению, по выбору тарелок, что, кстати, немаловажно, как оказалось, да, нареканий абсолютно не было. Но на данный момент ресторан все еще не открыт. Спросите вы, почему? И это хороший вопрос, друзья. Все еще борюсь с лицензией. У нас здесь правила в Дубае довольно строгие. Если вы хотите продавать алкоголь, вы должны пройти 7 кругов ада, казалось бы, да? То есть должны быть соблюдены определенные условия. И вот под эти условия мы несколько не попадаем, но мы все еще боремся. И чтобы не терять, так сказать, свой вот этот прекрасный настрой, я решил пока запустить доставку. То есть держать ресторан открытым на данный момент просто нерентабельно, потому что сам концепт, он подразумевает, что люди вечером за идут, сядут чинно, красиво, выпьют бокал красного сухого, поедят что-нибудь очень вкусное и оставят приятный и приличный чек. Но это пока не получается, а так как еда у нас действительно, воистину, белиссимо, очень вкусная, я решил, давайте, ребят, будем делать, по крайней мере, доставку. Yeah.
Я хотел поговорить с вами о цифрах, хотел поговорить о том, сколько было вложено в этот ресторан. На данный момент я вложил сюда, если не считать покупки самого помещения, потому что это нужно считать отдельно, правильно? Помещение осталось моим, и оно в цене, я надеюсь, будет еще расти. Вложено в районе 250 миллиардов, то есть в рублях, да, естественно, мы говорим про рубли. Ресторан пока не работает. Четверть чего? Куда? Да у меня инсульт языка произошел. В ресторан, который не работает, вложено ВВП Буркина-Фасо. Ты чего там, Руф? Совсем с катушек слетел? Короче, давайте так. Конкурс от дяди Виталика. Напишите, сука, что бы вы делали до конца жизни на 250 миллиардов. Что до меня, то я бы, например, купил себе Rolls-Royce, переехал бы в Дубаи и открыл бы там, ну, допустим, ресторан. Хотя, стоп, это уже где-то было, кажется, в Симпсонах. Потому что, опять же, говорю, были трудности определенные, мы работаем с юристами. Чтобы не попадать на еще большие суммы, я решил оставить доставку. И на данный момент, а именно со вчерашнего дня, мы открыты как доставка. То есть сюда прийти покушать, к сожалению, вы не сможете, но доставка у нас работает в полной мере, а в параллель мы занимаемся нашей лицензией. То есть мы ждем, я думаю, что может быть месяц, может быть два, юристы обещают, вы знаете, как юристы любят говорить, но все-таки мы эту лицензию получим, так или иначе, я в этом не сомневаюсь. Первое время я был, конечно же, расстроен, потому что я видел там три дня вот это вот движение, но, конечно, хочется видеть это место полным. Но я думаю, сейчас вот вы в комментариях будете писать, ну, нужно открывать его и держать без алкоголя и так далее. Но, к сожалению, данный концепт, он без алкоголя не работает. Вернее, как, он работает, но это будет очень скромный доход, который я называю, ну, я думаю, что это не совсем рентабельно, не совсем то, что я ожидал. Поэтому пока лучше в таком режиме ожидания, немножко доставка, работаем, какую-то прибыль ресторан все-таки приносит, параллельно работаем над алкогольной лицензией. Такой вариант меня устраивает. Это канал «Простые будни». Погнали! Я ненавижу экстрим, друзья. Вот вообще не перевариваю экстрим, честно. Вот у меня случилась авария, я попал в Таиланде в аварию, и мой мочевой пузырь взорвался, и с тех пор я вообще экстрим ненавижу. Если раньше я получал удовольствие от аттракционов, от любого вида скорости, от мотоциклов, то сейчас экстрим — это просто что-то ненавистное, что-то такое, знаете, зачем я буду рисковать своей жизнью, когда я лежал на операционном столе, и я понимал, что я могу умереть вот буквально через там 10-15 минут. Нет, не нужен мне экстрим. Я хочу спокойной, размеренной, старперской жизни. Хотите так — будет так, хотите старперской — скажем. Но вообще просто не люблю экстрим. Смотрите, книжки пишут далеко не глупые люди. Говорят, там три стадии есть. Когда у вас случилась какая-то ерунда, ну прям плохие новости, есть три стадии. Первое — это отрицание, когда вы вот паники, да, там отрицаете. Знаете, вот на примере там получили какой-то диагноз, да, там сначала отрицаете, да не может быть у меня такого. Потом начинается торг, а может быть это не мои результаты, а может доктор бухал в это время там или что-то еще. А потом самая такая третья стадия, она называется принятие, когда вы уже такой смирились, ну ладно, что делать. Ну не дай бог, конечно, вам, моим прекрасным зрителям, такие новости видеть, да, в своих результатах анализа. Ну вот я прошел, в принципе, все эти три стадии. То есть первое, да, это было отрицание, как не может быть. У меня не получается получить эту лицензию, как так? Я же все рассчитал, я же весь такой продуманный бизнесмен. Затем у меня началась вторая стадия, я думаю, блин, да как-то вот, может быть, один канал, второй канал, третий канал проверить, да, и свои связи там поднять. Ну, потом пришла третья стадия, она такая достаточно приятная на самом деле, то есть ты такой, ну окей, ну вот нет у меня сейчас лицензии, давай будем думать, да, что, как говорится, да, горит вот оно все, и надо что-то предпринять. Ты не можешь просто сидеть, бездействовать, да, и ждать, такое, что мне делать. С учетом, опять же, тех зарплат, которые я платил своему персоналу, то есть, да, я и сейчас плачу, но мы сократили штат, то есть мы уже не, ну, то есть мне пришлось уволить там официантов, там пришлось уволить девочек на ресепшене. В общем, я оптимизировал, как это принято говорить, свой зарплатный фонд и начал думать, что делать дальше. Ну и, собственно, вот сейчас работает доставка. А в целом, если говорить о таких, знаете, нетривиальных вещах, о том, вот что именно внутренне ты испытываешь и как это, как с этим можно справиться, да, со стрессом, что тоже важно. Просто приходить вот в такие места, например, как это, да, вот. Мы находимся сейчас в пустыне. Сзади меня находится озеро, летают птицы.
привычки, стараться отвлекаться, стараться заниматься какими-то делами. Я, например, поймал себя на мысли о том, что помогает спорт, как это ни парадоксально, да, и я знаю, что люди, которые занимаются спортом регулярно, они и так это прекрасно понимают. Мне это вот так далось, то есть как вот ты в стрессе, да, и еще надо куда-то идти, надо что-то делать. Но это помогает, реально помогает. Спорт классно. Потом помогает вот такие места, то есть выехать, сесть, вот так посмотреть, поплакать, если хотите, да, если вам это поможет, плачьте. Есть исследования, которые, вот ученые говорят, что мужчины живут меньше, чем женщин, еще и потому, что мы держим свои эмоции внутри себя. Нужно поплакать. Я не плакал, я не привык. Но вам, если поможет, пожалуйста, плачьте, не стесняйтесь, главное, чтобы никто этого не видел. Сядьте в пустыню, поплачьте, посмотрите на луну, на солнце, станет легче. Отвлекайтесь, можно в компьютерные игры поиграть. Я вот посидел, поиграл в доту, нормально, не стесняюсь, нормальная игра такая, посидел, пофигачил. Вот. Ну и параллельно заниматься чем-нибудь, не знаю, отношениями займитесь своими. Если нет отношений, попробуйте их завести, тоже помогает. С близкими проведите время. Больше советов не дам, никаких секретных суперсоветов у меня нет. В том числе, кстати, вот в стрессовой ситуации что можно сделать? Не паниковать, радоваться, улыбаться. Если вы ничего не можете изменить, какое нахрен дело? Сидеть грустить, в этом нет никакого смысла. Я, кстати, дорогие подписчики, рад вас всех видеть, приветствовать на канале. И вот канал тоже помогает. Но и со своим стрессом я борюсь вот так. Прям несколько дней я сначала... Холодно? Прям стрёмно? Да и меня просто колбасит всего. Меня не только не морозит, а сил нет. Вот такое, знаешь, состояние постоянно. Хочется полежать, поваляться, поспать. Ну вот. А на третий, четвертый день уже начинаешь такой раз-раз привыкать, уже выходить куда-то охота. Не, а здесь вообще много зимой куда можно съездить. Можно в горы съездить, подняться тоже. Горы? Тоже прикольно, да. В Рассельхейме? В Рассельхейме, Фуджейра. Много всяких маршрутов прикольных. А ты сам с какого города, с России? Брянская область. Брянская? Да. А это где? Слушай, ну это юго-запад получается. Прямо вот там есть у нас пропускной пункт, называется «Три сестры». Там Белоруссия, Украина встречаются и Россия. Вот прямо вот мы на приграничье живем. Слушай, до Питера? Смотри-ка ты. Перекати поле! Она, все, да? Она не будет дальше, надеюсь. Не знаю, но мы ее поймаем потом в конце. Мы ее поймаем. Мало положили туда груза. Вот, я там, да, вырос. Потом в Москве учился. И вот потом с 2006 года я уехал и вот, в принципе, не возвращался. Сам на Ближнем Востоке. 2006-го? А куда? Да, ну, я бывший нефтяник. Я сначала в Омане, тут соседняя страна. Все потом это... Потом Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Бруней, Малайзия. Вот, потом опять сюда. Потаскало. Вот. Да, да, да. В Индии работал тоже чуть-чуть. Блин, это классно. Я как раз рассказывал про то, что нельзя себя, не нужно ограничивать себя одной страной, одним городом. Как минимум, если хотите жить в одной стране, в одном городе, это хорошо, но путешествовать надо. Я занимаюсь Видишь? Оффроудом с 2018 года. 2018, я 6 помню. 6 лет? Да, почти 6 лет уже. Да, первая машина, помню, джип «Каратыш» был. Так о нем мечтал. Вот, купил еще такой зеленый цвет танк. Первый день снял крышу, все снял, поехал. Класс. Вот, он у меня где-то прожил год, полтора. Потом пал смертью храбрых. Вот. Ну, я начал учиться ездить по дюнам с ребятами. Вот, меня тоже поднатаскали. Потом я уже подумал и решил, что я уже могу сам ездить. И в один прекрасный момент я немножко заблудился и перегазовал там в одном моменте. Не застрял, а влетел наоборот, влетел в камни. Ну что, ребят, поболтали и погнали!
Что, ребят, спасибо, что досмотрели ролик до конца. Хотел передать пламенный привет своим подписчикам. Ребята, простите, пожалуйста, что пропал. Теперь работаем в режиме, путешествуем вот так вот в пустыне, туда-сюда. Ребят, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить наши новые видео. Ребят, пишите обязательно комментарии, потому что на каждый комментарий я отвечаю лично. Я их все просматриваю. Увидимся в следующих сериях. Простые будни. Пока-пока. Ай, хорошо!